Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». Сегодня о национальном парке Мещерский, о его достопримечательностях и проблемах. У нас в гостях сегодня Андрей Беляев, директор национального парка. Андрей Валентинович, с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться? Значит, у нас территория 105 тысяч гектаров, из них 47,5 тысяч гектаров – это особо охраняемая территория. Вот. На этой территории находится 135 населенных пунктов. Это единственный национальный парк в России, на котором столько населенных пунктов находится. Вот, значит, соответственно, из-за этого возникает проблема утилизации отходов от жизнедеятельности людей. И если у нас, значит, на территории в основном живет 17 тысяч человек, то в летний период у нас эта численность увеличивается в разы. То есть от 3 до 5 раз увеличивается эта численность. Это за счет туристов и за счет дачников. Дачники у нас в основном москвичи. Вот. И, соответственно, из-за этого проблема возникает вывоза и утилизации мусора. На территории Кальпиковского района нет места, где можно утилизировать отходы. Как я понимаю, мусор – это одна из главных проблем. Как вы с ней боретесь? Расскажите. Убираем сами, вот с экологическим альянсом убираем. Школьники нам помогают Кальпиковского района. Ну и отдыхающие, много очень отдыхающих сейчас в последнее время стало, которые как бы приезжают и мусор возят с собой, то есть не оставляют на территории. Вот. Ну, стараемся проводить беседы, сходы с гражданами. У нас в этом году 5 сходов с гражданами было. Но они были посвящены в основном противопожарной тематике. Ну и это тоже там упоминалось. Потому что пожары возникают и из-за мусора тоже. Вы говорили о туристах. Много ли к вам приезжает туристов? И какие перспективы есть в этом направлении? Ну, зарегистрированных туристов у нас около 8 тысяч. Но у нас еще очень много диких туристов, которые, скажем так, в парке не регистрируются, а приезжают и просто отдыхают. Так как у нас очень много вокруг населенных пунктов, таких крупных, как вот Москва, Егорьевск, Рязань. В основном едут все туристы оттуда. Вот. Соответственно, они как бы... Некоторые даже не знают, что они приезжают на территорию национального парка. Из-за этого даже получаются конфликты небольшие. Вот. Ну, а так... Если у нас турист регистрируется, в принципе, то, вот как мы уже упоминали о мусоре, то есть он, если регистрируется, то он старается вести себя подобающе, как положено на территории национального парка. А куда нужно прийти, чтобы зарегистрироваться? Мы сейчас делаем сайт, усовершенствуем. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы и путевки можно было получать прямо через сайт, через этот. Вот. И в основном мы стараемся как бы, чтобы турист у нас как бы с нами общался. То есть не обязательно, вот, ну, ты можешь приехать дикий, но если ты знаешь, куда обратиться в случае там экстренных ситуаций или просто с какими-нибудь пожеланиями или просьбами, вот, то мы всегда рады такому туристу. А экстренные ситуации какие бывают? Ну, экстренные ситуации бывают, заболел человек. У нас же есть такие места, которые вот труднодоступны. Вроде он рядом же с дорогой, с асфальтовой, а заехал чуть в лес, а там уже дороги нет. Потому что у нас территория в основном это болотистые места, низины. Вот, и в этом году вот особенно воды очень много, даже в лесу вода стоит. То есть не то, что в болотах, а в лесу, где раньше ее и не было. Много змей у нас, особенно вот у них активные начало лета и весна. Вот, то есть вот из-за этого тоже может быть. Во-вторых, значит, это пожары. Самое главное нам сообщить об этом и указать точное место. Мы сами, в принципе, выйдем, потушим, ну и смотреть. Если возможно сами потушить, то можно самим потушить. Если нет, то вызвать и дождаться, там, сопроводить группу. Увеличились ли штрафы? Штрафы, да, они в этом году поднялись. Даже нету такого понятия, как предупреждение.
есть штраф 3-4 тысячи с физического лица. Поэтому, чтобы как бы так не доводить до этого, ну, мы стараемся, конечно, просто предупреждать людей, вот, стараемся не доводить до того, ну, если встречаются разные же люди, и отдыхают люди по-разному. Вот, так что штраф 3-4 тысячи рублей. Но штраф за нахождение именно, да, на особо охраняемой природной территории без специального разрешения. А если с регистрацией, то денежек не платим? Или все-таки какие денежки? Там ситуация такая, что вот наши туристические стоянки, мы берем за них плату из-за того, что мы там проводим обслуживание этих стоянок. То есть вывоз мусора, строительство вот этих малых архитектурных форм. Ну, в основном, да, вот эти два. А существуют еще стоянки, как им сказать, тоже дикие, которые, ну, за большой период времени сами туристы построили. Мы их стараемся убирать, потому что они тоже, ну, в основном в особо охраняемых. Если они находятся в зоне хозяйственного значения или рекреационной зоне, то мы их не трогаем. Вот. А если они находятся в особо охраняемой зоне, то мы их стараемся убирать. Потому что там их, во-первых, не должно быть. Основная задача национальных парков – это эколого-просветительская деятельность и сохранение в первозданном виде природы, ну, данного вот участка национального парка. Очень много туристов приезжает. А что они могут посмотреть? Я знаю, что у вас очень много экологических труб. Вот, да, у нас около 20, значит, туристических маршрутов, но они в основном связаны с рекой Пра. Затем, значит, у нас очень много экскурсионных троп. Это, в принципе, то, что и туристический маршрут, но как бы более такое компактное. И экологические тропы. Это в основном экологическая тропа, это как бы познавательная тропа. Значит, здесь, ну, на этих тропах стоят указатели, стоят информация, щиты с информацией, на которых вы можете прочитать, там, что это за тропа, с чем она связана, там, какие растения находятся на ней, какие животные здесь встречаются и так далее. Ну, есть разные тропы в зависимости от того, от интересов граждан. Есть вот, если более цивилизованно, это вокруг Клепиков, там, где недалеко от асфальтовых дорог, там более, скажем так, они ближе к цивилизации. А есть вот, например, такая, как тропа Паустовского. Она у нас, во-первых, она автомобильная тропа, потому что она очень протяженная. И там как бы лес, он такой более девственный, более природа более нетронутая. Вот. Там уже по интересам можно. Там, в принципе, можно и пешим пройти, ну, в зависимости от силы, здоровья. Вот. Заканчивается она у нас тропа кордоном Паустовского. Здесь у нас визит-центр национального парка. Мы там, ну, так как он без электричества, без всего, то он у нас функционирует только в летнее время. И мы там размещаем выставки, в основном фотографии, вот, с видами нашей природы и вот, с видами пробивания Паустовского на нашей территории. Какие у вас ближайшие планы? Ближайшие планы? Ну, у нас сейчас, значит, период такой, как бы, хозяйственный, мы подготавливаем технику, подготавливаем наши экологические мероприятия на следующий год. Вот. И также у нас мы пытаемся построить хороший современный визит-центр в деревне Диулино. Землю нам уже администрация выделила, вот, под это дело. Сейчас все дело в финансах. В Москве мы, значит, отправили нашу заявку. Ну, какой будет следующий год? Если будет следующий год тяжелый, то денег не дадут. Если будет, в принципе, достаточно нормальный, то выделят. Там запланировано у нас на следующий и на 15-й год строительство. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире.